Мы сегодня спрашиваем, что вы знаете о вводе войск в Чехословакию 68 года? Можно я там был сам. Да вы что, и что вы там делали? Как что делал? Чехословакию освобождали. А скажите, как это было? Ну как было? Служил в Германии, из Германии наша армия вошла. А можете дать сейчас свою оценку тому, что сейчас произошло? А какая оценка? Тогда, простите, произошло. А что, нас послали? Ну это хорошо, плохо. Да нормально все. Здравствуйте, спрашиваем сегодня, что знаете о вводе войск в Чехословакию 68 года? Подавляли восстание, по-моему, в Чехословакии. Но... А кого? Кого? Кто восстал? Ну, не знаю, как бы там, не пророссийские, так сказать, силы. Помню, что в этом году родился, а так, ну помню, что вводили, а так ничего не помню. Честно, ничего. Я даже скрывать не буду. Школьникам нам сказали, что это необходимо. Если бы мы не заняли Чехословакию, то как коридор оттуда бы НАТО войска к нашим границам подошли. Вот так вот. А теперь по прошествии времени, что вы об этом думаете и знаете? Любая как бы интервенция, правильная или неправильная, она есть интервенция. И захват чужой территории, благая это роль или мысль, или нет, но мне это вот лично не нравится.